Привет всем, вы на канале Ани Газель, меня зовут Аня. В преддверии Нового года я очень люблю печь имбирные пряники, они наполняют мой дом вкусным зимним ароматом, ароматом специй, молотого имбиря и корицы. Это очень новогодние такие рождественские прянички. Я вам сегодня покажу, как их испечь. Ничего сложного нет. Очень простой рецепт. Украшение по вашему вкусу. У меня сегодня вот так вот. Творческий такой беспорядок. Сейчас заварю себе кофе ароматный и буду пробовать эти прянички. Вот, оставайтесь со мной, я вам покажу, как их испечь. Итак, готовим тесто. Используем маргарин или сливочное масло. Примерно 110-150 грамм. Сюда же добавляем 100 грамм жидкого меда. Грамм сахара. Перемешиваем. 2 яйца. 1/2 чайной ложки корицы. 1/2 чайной ложки молотого имбиря. Разрыхлитель или соду. У меня сода. Затем добавляем муку. Примерно 300-350 грамм. И замешиваем тесто. Тесто мое готово, но муки у меня ушло гораздо больше, чем написано в рецепте, около 0,5 килограмма. Не знаю, от чего это зависит. В общем, тесто должно получиться вот такое, чтобы оно не липло к рукам, видите. И сильно тоже его не забивайте мукой, будет сильно жесткое. Вот. Теперь его заворачиваем в пленочку и убираем в холодильник минимум на пару часов. Лучше всего убирать на ночь. Тесто у меня постояло несколько часов в холодильнике. Я достаю его, беру часть, с которой буду работать, остальное обратно накрываю пакетиком и убираю в холодильник. Выпекать я буду на силиконовом коврике. Если хотите, можете выпекать на пергаменте или на противне, смазанном маслом. При температуре 180-200 градусов 7-10 минут, в зависимости от мощности вашей духовки. И также, если вы хотите в дальнейшем повесить на елочку свои имбирные пряники, то можно заранее в них сделать дырочки при помощи такой соломинки. Так вот. И потом уже продеть сюда ленточку и повесить на елку. Все, отправляю в духовку и выпекаем. Вот такое количество у меня пряников получилось. Некоторые я отложила, которые кривенькие, страшненькие. Выбрала такие более симпатичные. Они сейчас у меня остывают. Нужно обязательно их остудить полностью. И я буду их украшать вот такой глазурью. Сахарная глазурь зеленая выбрала я. Вот. Здесь есть способ
приготовления. В принципе, можно взбитыми белками украсить, тоже будет красиво. Ну, или на ваше усмотрение, даже просто можно шоколадом растопленным полить, тоже будет очень вкусно и красиво. Вот сейчас они у меня остынут, и мы будем их украшать.